Прекрасное августовское утро. Еще солнце не встало, а я на огороде тут занимаюсь. Базилик подстригла, мангольд. Навожу порядок в травках. Ну и вот. И как бонус будет мне вкусный салатик. Сегодня прекрасная погода. Весь июль был очень дождливый, мы вообще не были на море, поэтому сейчас отрываемся напоследок. Стараемся даже каждый день бывать, чтобы Лаврентий накупался вдоволь до следующего года. Он так любит купаться, не достать. Потом и кушает лучше, и спит лучше, и настроение лучше. Вообще вода забирает весь негатив. А Женя вон там вдалеке плывет и взял с собой экшн-камеру. Может быть, получится какая-то интересная подводная съемка. Давно хотели, да никак. Да, сынок? Я как будто тот, водяной. Ты водяной? Конечно. Как будто тот. Я прям на пол могу назад открывать в воду. Класс, беги! Лаврентий. Купили ему такие классные очки, чтобы он, ну, учился плавать. А он нет, их не использует, а... Вот так просто нравится лягушонок. Я показывала вам, что делаю сама себе блокнот, но почему-то забыла в итоге снять, что у нее получилось. Вот такой блокнот. Это Женя делал такой вот как, ну, подвеску, кулон. Я из него сделала себе закладку. Вот. Пишу в нем, использую, взяла с собой на пляж. Тут вот так. Очень даже удобно. Интересное решение. А вот здесь у меня укутаны хорошенько, как зимой, заготовки на зиму. Это все, естественно, придумывает Анюта, находит. У нее к этому больше желания. А, я это все пробую. Вот этот красный соусец, это Анюта нашла рецепт, что-то, по-моему, подобное ГОСТу на краснодарский красный соус томатный. У нас в семье его все любят, поэтому банка уходит буквально за раз такая. А здесь у меня квашение. Тут баклажаны 5 банок и перцы. Ну все, ассорти. Морковка, капуста к ним еще добавлена, фаршированные, скажем так. Анюта собиралась все это снимать рецептами и выкладывать. Ну, надеюсь, что успеет и покажет все, как это было. Всем привет, с вами Аня Макоша, и сегодня у меня экстренное прямое включение. А все почему? Потому что произошло что-то прям невероятное. Я даже... Ну, правда, очень невероятно, и мне захотелось прям с вами поделиться. Я сейчас на 9-м месяце беременности. Я не знаю, так, наверное, по мне не скажешь, я очень компактная. Но это так, вот уже скоро, через несколько недель, ожидается в нашей семье прибавление. И одна из моих подписчиц в Инстаграме прислала мне подарок. Я думаю, она не говорила, что там. Но я думаю, это что-то связанное с предстоящим появлением в нашей семье малышки. И это что-то вот касающееся как раз-таки вот этого события. Это моя давняя подписчица, ее зовут Елена. Я не знаю, она смотрит ли мой YouTube-канал, потому что мы с ней в основном общаемся в Инстаграме. Ну, я надеюсь, что смотрит. Я обязательно ей кину ссылку на это видео, потому что мне... Настолько приятно было получить эту посылку от нее, и вообще это настолько приятно получать подарки, что я вот хочу, чтобы, Елена, вы посмотрели на мои вот такие эмоции искренние, и на мою вам благодарность. В общем, Елена решила прислать мне посылку. Эту посылку она
Не сама лично мне собирала, она купила что-то для меня на сайте Озон. Если вы из России, вы должны знать этот сайт. Если вы не из России, ну, в общем, это что-то типа Амазона, но на русский манер. В общем, она купила что-то для меня на этом сайте, и я вот сегодня на почте посылку получила. Я понятия не имею, что там, но она вот такенная. По трек номеру мне показала, что аж 7 килограмм. И что бы там ни было, я буду безумно рада, это 100%, потому что... Ну, потому что это же подарок, это же внимание, это же человеческое тепло, это же круто, это просто невероятно. Я даже не знаю, чем я вот так заслужила такую доброту в свой адрес. Елена, большое вам спасибо. Что бы там ни было, знаете, я вам безумно благодарна. Спасибо, спасибо, спасибо 150 миллионов раз. Сейчас я вам покажу эту коробку, и мы с вами вместе удивимся. И надеюсь, что и насладимся тем, что там есть. Поехали. В общем-то, вот эта здоровенная коробка. Зацените, какая она огромная. Прям вообще огромная. Я бы не донесла без Жени ее с почты. И сейчас вместе с вами... А у меня аж руки трясутся. Я буду ее открывать. Елена, спасибо вам. Что вы со мной делаете? У меня сейчас инфаркт будет. Как мне не терпится. Как я еще смогла это дождаться, я прям не знаю. Хочется... Ой! Ничего себе! Обалдеть! Три здоровенные, огромные с памперсами упаковки. Я такой фирмы даже не знаю, точнее, я никогда ей не пользовалась, но я слышала, что это очень хорошие, какие-то японские, ну, я так уже так наведывалась, изучала что да как. Ой, блин, Елена, мне кажется, это стоит целое состояние. Нет слов, спасибо вам огромное, это так нужно, и я хотела тоже, я слышала, что эти памперсы очень хорошие, я думала, что, надо брать такие, попробовать, сделано в Японии, вот такие вот, посмотрите, это ж вообще, это я не знаю, сколько нам таких хватит, обалдеть. Елена, дорогая моя, спасибо вам огромное. Главное, это же так нужно. Это действительно нужно, и это так дорого. И мне так неудобно, что вы потратились. И прям даже не знаю, как вас отблагодарить. Нам, наверное, этого хватит на несколько месяцев. Ну вот, по крайней мере, на эту тему у меня не будет болеть голова. У меня будущий ребенок уже по полной с памперсами. Такие вот дела, дорогие мои подписчики. Большое спасибо за то, что вот такая от вас, такую обратную связь от вас получаю. Прямо нет слов. И вот она опять с вами я. Я правда, я в большом шоке. Я вот прям не знаю, что вам сказать, но мне очень приятно. Приятен ваш знак внимания. Это такая полезная вещь. Это, и мы будем этим пользоваться. И, конечно, будем вас вспоминать. Вы нас порадовали, это был большой сюрприз. И мне неловко, и приятно одновременно. Я не знаю, как реагировать, потому что... И вот, знаете, хотелось бы вас обнять, там поцеловать, сказать спасибо большое. Мне вот, так, да, принято же так на добро реагировать, но вы так далеко. И я надеюсь, хотя бы вот это видео и мое к вам обращение... Вы почувствуете через экран, как мне приятно то, что вы сделали. Вот. Посылаю вам воздушных поцелуй и много-много хорошего настроения. И я вам напишу, хочу получить ваш адрес. Тоже вам что-нибудь соберу интересное. Мне тоже хочется вам выслать в ответ немножечко добра. Потому что, это правильно, люди должны вот этим заниматься, дарить друг другу счастье, радость, улыбки, добро, дружбу, общение. Это прекрасно, ради этого мы здесь все собрались. И мне приятно, что у меня вот такая вот аудитория,
не склочная. Там, я знаю, у многих блогеров постоянно какие-то там разборки, что такое. У меня вот такие добрые, отзывчивые и понимающие люди, такие как вы, Елена. Большое спасибо вам и всем остальным за просмотр этого видео. Может быть, я побудила вас тоже кому-то сделать приятно, это было бы круто. Вот. С вами была Аня Макоша. Пока. Женя у нас тут красит. И случайно выпал. Вместе с куском террасы. Свет, мой зеркаль, смотри, как там... Коленом сюда. Вот сюда. Коленом в краску. Вот так. Покажи, какой ты красивый. Нормальный. Да. Ну, красавец. Главное теперь, чтобы ты оттерся.